Наверное, самым главным днем для каждой молодой семьи является день рождения ребенка. На втором месте по важности стоит день выписки из роддома. Воскресенье. Приготовились друзья, народу много. Их всех собрал, конечно, я, все под роддомом. Стояли с самого утра, но это было вчера. Я перепутал даты, но ресторан был заказан, и гости настроились. Ну а что, мне отказывать, что ли? Лена приехала. Привет, золотце. Как доехали? Сумку подержи. Ого! По делу. Елена, по делу. Я сумки здесь оставлю. Счастливо, я поехал. Спасибо, Ефим. Что бы я без вас делала? Спасибо! А кто это, Лен? Мужик. Единственный мужчина, который был в роддоме во время нашей выписки. Видеооператор. А, это я его заказал. По делу, по делу. А почему детская кроватка расстелена? Лен, там Сергеич ночевал. И он здесь. Лена, но он мне помогал. Он помогал мне готовиться к вашей встрече. Все, плакат готов. Вот, видишь, смотри, Лена. Привет, Лена. Лена, спасибо за дочь! Так приятно. У нас сын. А этот вариант мы тоже предусмотрели. Ты че? Вы этим всю ночь занимались? Нет. Мы еще песню переделывали. Пойте. Может, не надо, Лен? Надо, да? Давайте. Давай, Сергеич. Привет, бэйби! Привет, Лен! Вы любите папочку? Он супермен! Танцинг! Папа лучше всех! Вас папа ждет успех! Папа праздник! Он проказник! Привет, я твой отец! А ты мой первенец! И мама рада! Я ей награда! Где твой папа? Вот сейчас вообще по делу. Собрал свои шмотки и вон из моего дома. А чё это из твоего дома? Вообще-то я эту квартиру покупал, Лена. Создавал не уют для нас двоих. Троих. Для нас троих. Я 2 года не пил, Лена. А тут... Ребенок, и в общем, я... Просто пообещай, что ты больше не будешь пить. Я обещаю. Не, ну я вообще-то еще дочку хочу. Сергеич, скажи. Да, и хватит называть моего отца Сергеичем. Ладно, дед, иди на внука лучше посмотри. Еще совсем малюсенькие ножки, еще совсем не ходят по дорожке. И все вокруг увидев, замечают. Глаза почти как у деда. И если у кого-то есть сомнения, поверьте, это лучшие мгновения. Наш родной сынок.